День Победы. Эта песня была написана в 75-м году, и вот уже несколько десятилетий мы не представляем себе без нее празднование 9 мая. Спеть эту песню одновременно со всей страной. Этот флешмоб набирал обороты ежегодно, в том числе и в Чебоксарах. Но в этот раз погода, видимо, испугала большинство жителей столицы республики, и они решили присоединиться к флешмобу, сидя дома. Но среди чебоксарцев нашлись и те, кто пришел 8 мая на Красную площадь, несмотря на ветер, дождь и холод. День Победы традиционно исполняется ровно в 18:00, а до этого участники всероссийского флешмоба вспоминали слова и напевали другие военные песни. Меня погода не испугала. Мы очень гордимся нашими родственниками, воевавшими в этой войне, которые победили ради нас. Поддержать всю страну вместе победы. У меня отец воевал. Я почти все эти песни военных лет все знаю. Очень люблю петь. В Чебоксарах песню «День Победы» участникам флешмоба помогали исполнять школьники, студенты и профессиональные певцы в сопровождении военного оркестра «Волжские берега». Организаторы акции сделали все, чтобы праздник состоялся. После исполнения песни «День Победы» на сцене еще 2 часа играл духовой оркестр под управлением Ивана Малова из войсковой части 3997. Ирина Ромадова, Александр Яковлев, «Вести Чебоксары».